Также в Златоусте продолжают принимать помощь от населения и предприятий. Сейчас есть уже точная информация, что именно нужно людям. В пункт приема гуманитарной помощи принимаются медикаменты в упаковке, продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены, одежда и обувь. С 1 июля в пункт приема поступила гуманитарная помощь от одного из крупных предприятий на сумму более 22 тысяч рублей. Свято-Симеоновский храм привез продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены и медикаменты. Кроме того, предприниматели оказывают адресную помощь семьям горожан, вынужденно покинувшим территорию Украины. Также активное участие принимает Центр семейной культуры. Организация взяла шефство над несколькими семьями. Оказывается помощь продуктами питания, одеждой. Продолжают принимать продукты и вещи от жителей. Пункты сбора помощи принесли постельное белье, полотенца, вещи. Кто-то предлагает взять шефство над семьями. В связи с погодными условиями граждане Украины на сегодняшний день нуждаются в теплых вещах, обуви, зонтах, а также средствах гигиены, включая памперсы, игрушках для детей, а также канцелярских товарах для подготовки детей к учебному году. Пункт приема гуманитарной помощи в МБУ «Комплексный центр» работает по адресу улица Калинина, 7. Время работы в будние дни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 15 часов.